Сюда! Как мы рады вам, ребята, не передать. Ха! Здорово! Ты зашвырял их собственными минами. Эх, я бы сейчас промочил горло. Присоединитесь? Нам надо ехать дальше, но двигатель мертв. У тебя нет чем его починить? Починить? Ха, да у нас тут целая мастерская. Идемте, я вам помогу. Ничего себе! Предвкушаю быстрое возвращение на трассу. А вот это вряд ли. Слышите стрельбу? Автоматически мы поставляли припасы Белой Рощи, но пару дней назад комбайны перекрыли кислород. Хм. Что скажешь, Гордон? Может, я починю машину, а ты расчистишь нам дорогу? Их притормозили зомби, бредущие из Сити-17. Но вскоре комбайны окажутся здесь. Это только вопрос времени. Если ты готов нам помочь, мы покажем тебе короткую дорогу. Он всегда готов. Да, Гордон? Здесь есть ход, который выведет тебя на ту сторону. У тебя будет шанс ликвидировать пулемет до того, как он засечет тебя и откроет огонь. Начинается там. За нас не волнуйся. Видишь тачку? Мы починим ее и смоемся отсюда. Прямиком на Гавайи. Море, солнце и песок. И вот что я тебе скажу. Надоест быть повстанцем. Обращайся ко мне. Удачи с этим пулеметом! Oh, my God.